Лестницу ремонтируют. Thank you.
здесь горожане читают. Я на этом все. Ирлан, спасибо за возможность. Вот так, по моему жизненному опыту, на пятый год студенчества осознать, что важное нужно быть студентом, это хороший результат. Да. Ну еще, друзья, я бы поздравила Матвея с тем, что он теперь уже куда деваться вошел в историю Восточного института. Матвей, по моему выбору, как издатель моей книги, один из двух студентов, и написал несколько строк послесловия о своих впечатлениях. Теперь это моя команда. Поздравляем, друзья. Борис? Сейчас мы узнаем, кто ты есть. Всем здравствуйте. Родился и живу в лучшем городе, я Афанов Борис. Многие поздравления от присутствующих на торжестве открытия Восточного института, депутаций и отдельных личностей сопровождались преподнесением дорогих подарков, денежных взносов на нужды нового вуза, на учреждение стипендий, на поддержку неимущих учащихся и так далее. Особо ценный дар был сделан Адольфом Васильевичем Даттоном, почетным попечителем мужской гимназии. Он публично передал директору Позневу в построенном здании интерната мужской гимназии при Восточном институте. Интернат был рассчитан на 30 гимназистов, имел полную обстановку, необходимую для жизни и учебы. Впоследствии Даттон подарил Восточному институту свой особняк, трехэтажное кирпичное здание, примыкающее к Восточному институту. Это здание использовалось как квартира для преподавателей института. Спасибо за предпринимательский такой взгляд на историю. Друзья, да, я продолжаю приглашать чтение тех, кто недавно. Привет. Но вижу и тех явно причастных к востоковедению истории Восточного института. Готовы поделиться книгой. Полистав ее, возможно, обратите свой взгляд на то, что имеет смысл озвучить здесь и сейчас. Готов взять книгу, полистать и попробовать без входа полистать. Отлично, класс, обязательно. Отлично. Да. Ну, я позволю себе предложить взять слово студентке политехнического института Восточного федерального университета. Алиса, мы с тобой знакомы третий год, я до сих пор не знаю твою фамилию. Скажешь о себе. Всем доброе морозное утро. Меня зовут Алиса Сорин. Я являюсь Я учусь на направлении дизайн архитектурной среды. В будущем буду архитектором. И думаю, у меня выходит отрывок из книги о том, как
институт пришли первые девушки получать высшее образование. Первые действительные студентки появились в Восточном институте только в 1917 году. В этот год общее количество поступивших девушек достигло 28 человек, среди которых действительных студентов было 20 и 8 вольнослушанниц. Новая жизнь внесла существенные изменения в условия приема на учебу в Восточный институт. Впервые вуз принял на обучение выпускниц женской гимназии, причем абитуриентки представляли многие города и регионы России. Из 28 девушек, поступивших в 1917 году, выпускницами Владивостокской гимназии были 8 человек. Остальные окончили гимназии в Москве, Харькове, Тамбове, Омске, Острогожске, Петрограде, Царицыне, Нерчинске, Ишиме, Перми, Харбине, Хабаровске, Никольске и Уссурийске. Трое из поступивших девушек, кроме гимназии, еще окончили высшие экономические курсы Москвы, Нижегородский институт, который для девиц, и архитектурные курсы Петрограда. Первый выпуск студентов и слушателей института, 10 человек, состоялся 10 мая 1903 года. Это событие было отмечено торжественным заседанием, на котором присутствовали военный министр России генерал Куропаткин и многие начальствующие лица различных ведомств. Справочные книжки по Восточному институту на 1909 год приведены сведения о том, как были определены на службу первые выпускники института, получившие аттестаты или свидетельства. Как видно из приведенного списка, все выпускники Восточного института мирно трудились преподавателями в учебных заведениях России и Китая, переводчиками в консульствах, занимали должности в управлениях Русско-Китайского банка и общества Китайской Восточной железной дороги. Спасибо за внимание. Спасибо, Виктор. Дмитриев Константин Иванович, секретарь правления Русско-Китайского банка в Харбине. Назаров Григорий Тимофеевич, причислен к Министерству иностранных дел. Хионин Алексей Павлович, причислен к Министерству иностранных дел. Шкуркин Павел Васильевич, преподаватель Высшей китайской школы в Гирине. Щербаков Дмитрий Иванович, драгоман Генерального консульства в Харбине. Кузьмин Никита Дмитриевич, капитан 7-го Восточно-Сибирского полка. Пограничный комиссар в городе Благовещенск. Надаров Виктор Иванович. Управление общества КВЖД. Там же служил. Сибирев Константин. Священник. Священник Капотов на станции Покрыни Волки. Ну, я всегда добавлю, что вот из этих 10 человек, большинство из них после Октябрьской революции эмигрировало. Скончалось в разных странах. Это и Австралия, и Китай, и Япония, США. К сожалению, те, кто остались в институте, в первом году, они были репрессированы, и все были репрессированы. Но...
Пушкинская, 33.
впереди цирк.